Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! А я хочу обратиться ко всем женщинам, которые поддерживают тренды 2018 года и любят кожаные вещи. Оказывается, кожаные вещи уже второй сезон не покидают подиумного Олимпа. Сегодня такие костюмы надевают даже на деловые встречи. В чем преимущество современных материалов? И почему сегодня вместо кожи наши дизайнеры выбирают именно трикотаж с нанотехнологиями? Поговорим об этом буквально через несколько минут. А пока выбираем ваш цвет, оттенок бордо. Да. Зеленый цвет. Знаешь, Ореш, у меня ассоциация с драгоценными камнями. Изумруд, рубин, сапфир. Именно когда я вижу этот цвет, у меня ассоциация с дорогим цветом изумруд. Цвет очень глубокий, настолько благородный, и он украсит любую женщину. Этот цвет подойдет как для блондинок, так и для шатенок, для брюнеток и для рыжеволосых красавиц. Тех, у кого яркий огонь в волосах, зеленый цвет просто безупречно. Черный цвет. Цвет сильных личностей. Его обожала Коко Шанель. Этот цвет всегда можно смело обыграть самыми яркими акцентами в вашем гардеробе. Этот цвет можно обыграть от ярко-желтого до невероятно красивых фиолетовых оттенков. Поэтому, если в вашем гардеробе очень много яркой базы, вы можете выбрать черный цвет. Выбирайте 4 цвета на выбор. Это настоящий весенний шик. 2999 рублей. И это сразу за 2 вещи в вашем гардероб, представляете? Подождите, вам тоже показалось, что мой жакет выглядит как сильная кожаная куртка. Точно. Прекрасно, когда начнется лето, вам не нужно будет тратить 30 тысяч рублей. И потом, где вы видели такую кожаную куртку с ажурными вставками? Мы приглашаем вас на подиум от бренда La Riche показ моды, с чем мы сочетаем сегодня наш комплект. Его можно носить не только целиком. Две базовые вещи вы можете сочетать с различными базовыми элементами в вашем гардеробе. А вот вам и пример. А вот вам и пример. На нашем подиуме, представьте, менее чем 3000 рублей сразу за две вещи, 1500 менее даже за одну полноценную вещь. Мне нравится, как этот костюм сидит. Супер. Ничего лишнего, настолько он богато украшен ажурными вставками и, конечно же, позолоченная молния. На Татьяне Крицкой мы видим 54 размер, Танечка носит сдвоенный размер, бедра 54, верх 52. Посмотрите, как сидит юбка, как сидит жакет-бомбер. На Тане больший размер, 54. Если у вас сдвоенные размеры, берите в пользу большего. Евгения. Женя выбирает брючный ансамбль. Все те же брюки Виолентия, которые открывали наш модный показ. На Жене синий костюм, весенний шик. Мы взяли от него бомбер и взяли брючки. Прекрасное сочетание. А Женя носит размер 52-54, все-таки ближе к 54-му. И на Жене 52-й размер. Бомбер облимает формы и выглядит аккуратнее. Если вы хотите более свободную модель, возьмите 54-й. Ну а наша Ксюша тоже дополнила свой очень уютный стильный ансамбль. Это наше полупальто, жакет Лионелия синего цвета и синяя юбка от комплекта «Весенний шик». Посмотрите, один костюм «Весенний шик» и сколько ярких, разных образов в вашем гардеробе появится с появлением костюма «Весенний шик» от бренда La Riche. 1700 рублей – это экономия только сегодня. Набирайте телефон, он бесплатный, вы видите его сейчас на экране. Ну что ж, Ариша, поговорим о дизайне. Да, давай. Здесь мы видим богатый симбиоз двух материалов. Внешне трикотаж с напылением голографии под глянцевую кожу и ажурные вставки. Это аппликация. Ткань очень дорого выглядит. И на самом деле она очень практична, потому что все детали флористического принта вырезаны и пришиты к сетчатому трикотажному полотну. Невероятная красота. Ощущение какого-то статуса не покидает меня. Mm-hmm. Позолоченная фурнитура. Посмотрите на этот блеск. Насколько детали иногда дополняют костюмы и делают их богатыми. Лично моя мама, когда видит красивую вещь, всегда говорит: очень дорого, богато выглядит. Именно такие прилагательные у меня вот именно на моей памяти возникают, когда я вижу эту красоту. Посмотрите, насколько все детали здесь правильные. Даже вставка в области рукава не случайна. За счет этой вставки, как лампасы на брюках, мы с вами корректируем ручки. Женщины, у кого полноватые ручки, выбирая такую вещь, будут чувствовать себя гораздо стройнее и комфортнее. Посмотрите, именно мягкая трикотаж
трикотажное полотно, мы видим в зоне проймы. Ткань хорошо тянется, и в отличие от кожи, она очень мягкая. Ни одна кожа не будет так таять в ваших руках, как наше полотно. Вы получаете статус кожаного изделия, но при этом комфорт текстильного материала. Невероятный комфорт. Посмотрите, сколько здесь деталей. Я уверена, ваши подруги, ваши знакомые будут гадать, сколько же вы отдали за такой костюм. 2999 рублей. Эксклюзивную цену только сегодня. Ну что ж, мои дорогие, сегодня бренд Ларичи предлагает нашему вниманию эксклюзивное предложение. И я, если честно говоря, рада, потому что с приходом весны и лета нам непременно хочется выбрать для себя что-то красивое и стильное. И как чувствует себя женщина, как она ждет, когда яркое солнце будет согревать землю, а у нее уже есть наряд. Нам так и не терпится его надеть. Итак, внимание на экран. Мы видим с вами сейчас, как по-разному мы можем выглядеть с вами, когда выбираем комплекты или костюмы. Согласитесь, это здорово, когда в вашем гардеробе есть костюм на все случаи жизни. В таком костюме мы можем выйти как на улице нашего города, и поверьте мне, вы будете выделяться, потому что не каждая женщина найдет такую красоту. И мне очень нравится, что в этом костюме я еще и постройнела. Сейчас мы перейдем с вами еще к одной детали. Почему сегодня бренд Ларичи выбирает такие красивые ажурные украшения? Давайте выбирать вместе с вами не только стиль и красоту и яркость, но еще и делать свою фигуру более стройной. Итак, давайте поговорим и начнем с нашей куртки-бомбера-жакета. Сделанный в лучших традициях от Коко Шанель, этот жакет приталенный делает нашу талию меньше. Я, если честно вам скажу, уже который год пытаюсь сесть на диету перед летом и похудеть, но как-то не случилось. Поэтому я стараюсь выбирать такие вещи, в которых мне будет комфортно. На Татьяне, еще раз напомню, бомбер-жакет на размер больше. Если вы любите свободу, вы ее получаете в области талии. Я выбрала по фигуре. И мне нравится, что за счет вертикальных вставок в области передней кокетки, рукава, спинка, настолько все идеально, что у меня даже как будто бы отрезали несколько сантиметров от моего тела. И это мне нравится. И на юбке. Вы заметили, что матовые, как раз глянцево-матовые вставки уменьшают мои бедра, а акцент падает на середину, кружевную. Современные ткани нас радуют не только красотой, сходством с дорогими кожаными изделиями, но они еще и практичны. Технологи 21 века сегодня сходятся в одном мнении. Женщины тратят свои средства на вещи, которые могут носить десятками лет. Именно за счет такого практичного подхода к изготовлению тканей могу вам точно сказать, это трикотажный текстильная основа. На нее голографическим методом наносится легкое напыление под глянцевую кожу. Стирка при температуре 30 градусов. Вы можете стирать эти изделия как дома, машинная стирка, так и на руках. И поверьте мне, эти вещи из года в год будут радовать вас блеском и новизной. Итак, гладить эти вещи лучше с изнаночной стороны методом отпаривания при щадящей температуре. Или вот есть специальные такие механизмы, кстати, они продаются у нас на телеканале, для отпаривания вещей. Вы сегодня заказываете для себя совершенно новый образ со скидкой 1700. За цену 2999 рублей целый костюм, а значит две вещи.